Добрый день, друзья мои! Вы снова на канале Валера Аквамен. Последнее время на море мне не удается попасть, потому что там шторма и очень грязная вода. И поэтому сегодня я решил искупаться на работе в своем маленьком озере. Ночью у нас было минус 8, так что утром был достаточно толстый лед. Я его расколошматил. Сейчас время после обеда, но он опять немножко схватился. Я его снова раздолбил и теперь вот хочу искупаться. Ну, с Божьей помощью, вперед. Какой снежок сегодня, вообще классно. Вчера она падала, наверное, сантиметров 10-15. Так, пытаемся забраться в свой водоем. Водичка, как всегда, теплая, хорошая. Тут ледок. Вот мы во льду. Вода градуса 4. На улице сейчас, наверное, ну, может, минус 1. Классно. Просто здорово. Ну, а теперь будем одеваться. Спасибо, друзья. Вот еще раз посмотрите на мое озерцо, где я все время купаюсь, в то время как не могу попасть на море. Оно совсем небольшое. Вот с этой стороны там есть такой приток. Вода по трубам поступает. Это пожарный водоемчик небольшой. Смотрите, как сегодня красиво. Вот снежок лежит на деревьях, такая красота вообще. Вот обычно в этом месте, где водичка сюда течет, здесь не замерзает даже самый большой мороз, потому что постоянный приток воды. Здесь, видите, не замерзший, а там дальше замерзает. Там живут мои карасики в этом озере. Удивительно красиво, да? Когда лежит снежок на деревьях, на кустах. Ну вот сейчас это опять все замерзнет. И завтра будем снова разбивать лед. А вот накануне, когда были большие морозы, здесь лед достигал 7-8 сантиметров. Мне, к сожалению, не удалось тогда заснять, у меня не было с собой планшета. Я купался просто. Красивое мое озеро. А вот со всех сторон нас окружает такой лес.